Всем большой и пламенный привет! Как эффективно и экономично использовать молочко для снятия макияжа? Очистить, плюс сделать мягко массаж, не растягивая кожу. Совмещаем и экономим время. У меня молочко для снятия макияжа изготовлено по рецепту из всплывающей подсказки, а также ссылку вы найдете в описании под видео. На очищенные ладони рук, встряхнув средство, наношу его объемом с орех макадамия. Растираю эмульсию между ладонями и наношу на лицо. Лоб, щечки, подбородок мягко массирующими движениями на область век, растворяя тушь, косметику. А благодаря еще и массажным движениям легче и быстрее растворяется тональное средство и любая косметика, даже водостойкая. Далее ватный диск смачиваю водой, отжимаю и снимаю вместе с растворившейся косметикой жир, загрязнения. Очищение при таком способе получается мягким, аккуратным, без растяжения, раздражения, трения. Влажный ватный диск впитывает в себя все, что нужно снять. Мягко, круговыми движениями снимаем средство с лица. Это ощущение намного приятнее, чем мы наносим на сухой ватный диск молочко для снятия макияжа, которое скользит по коже, размазывается, но не снимает макияж, и приходится долго-долго круговыми движениями пытаться очистить кожу. И при этом остается все равно ощущение скользкого, склизкого чувства на коже. И требуется несколько ватных дисков сухих, чтобы полностью снять молочко с лица. А такое трение дает излишнее раздражение кожи. А влажный ватный диск впитывает в себя остатки молочка. И двух сторон одного ватного диска достаточно для качественного очищения. Плюс мы экономим время и силы, и расход материалов. Здесь буквально за минуту вы снимаете полностью макияж с лица. И теперь можно использовать гель или пенку для очищения кожи. У меня пенка бессульфатная на основе мыльных орехов сорта Трифолиатус. Рецепт изготовления есть, смотрите в подсказках, либо в описании под видео. Сапонины в составе мягко очищают кожу, не смещая pH кожи, не разрушая гидролипидную мантию, не вызывая сухости и стянутости после умывания. И следующим этапом наношу антиоксидантный антикуперозный крем для лица. Наношу его на лицо, шею, декольте, проводя при нанесении лимфодренажный массаж. Подробные детали о его проведении вы можете увидеть в описании по ссылке, во всплывающих подсказках и в описании под видео будет ссылка. В демисезонный и летний период буду использовать под крем алоэ гель в качестве сыворотки и ежемесячно чередовать его с антиоксидантной сывороткой. И следующее средство, которое наношу, это крем для век, липидный, с тремя видами кислот, для выравнивания тона кожи и восстановления эластичности. Ссылки на изготовление этих средств также есть в описании под видео и во всплывающих подсказках. Если и вы захотите подобрать для себя индивидуальный уход, заходите по ссылке в описании под видео. Это и качественно, и доступно, так как за свою работу денег не беру. Вы оплачиваете только каждый процент компонентов в составе вашего уходового средства. Это нерафинированные растительные масла, холодного первого отжима, эфирные масла экстра-класса. Мне очень хочется, чтобы каждая из вас попробовала для себя уход, созданный природой. А я с учетом своих знаний и опыта собрала в уходе максимально дополняющие друг друга в процентном соотношении компоненты, активы, с учетом типа кожи, потребностей вашей кожи, сезонности и, конечно, ваших пожеланий. С радостью готова быть вам полезной.